А в Атырауской области для эвакуации жителей из зон затопления привлечены силы водной полиции. В Кызылкогинском районе паводковые воды размыли объездную дорогу. Движение на расстоянии более 1 километра практически парализовано. В настоящее время сотрудники водной полиции на моторных лодках доставляют в село гуманитарную помощь, а более 150 жителей аулов Тай-Суйган и Көздегара вывезли в безопасное место. С утра из Миялы эвакуировали 80 человек. Сейчас река Ойл течет в 3 направлениях. Всего же по району затоплено 4 дома. От нас задействовано 8 единиц техники. От местных исполнительных органов 48 единиц техники.